Всем привет! Это биткоин. Это у нас 1 сентября 2013 года. Цена биткоина составляла 127 долларов. Потом начался рост. Такой стремительный. До 1000 долларов. 29 ноября 2013 года. 3 декабря, 5 декабря пошел спад, движение вниз до 382 доллара. Понятно, что монета со 131 до 1000 тоже дала, наверное, процентов 700. 131 плюс... Да, 700 где-то процентов еще тогда. Потом монета торговалась в районе 976-351. Монета упала, наверное, в 3 раза. То есть отсюда, если смотреть 936 до 350, 335, да, в 3 раза. Вот я пока считал. И давайте дальше смотреть, как вела себя монета. То есть у нас был максимум, и мы начали корректироваться, и пошли еще... Опять, в принципе, вот у нас был такое падение. Оно практически похоже на ту ситуацию, которая и сейчас. Мы вышли на максимум, мы снизились здесь, мы вроде подросли и опять начинаем снижаться. Если посмотреть 672, это у нас 1 июня, а это у нас 4 октября на 326. То есть в два раза упала монета. Дальше смотрим. Что у нас происходило? Да. Вот она, да, 326? Нет. Где это было? Ну, в общем. Октябрь где-то здесь, да? Где-то здесь. Цена опять пыталась вернуться, но опять упала до 171. То есть 14 января 15-го года, смотрите, 171, 171 и 129. Вот, 171 это где-то здесь. То есть практически 23 октября 13-го года, через 2 года, цена коснулась опять практически этого уровня. 171, потом цена отскочила вверх. Вот. 171, она упала, еще доупала до 152, 152 и поднялась до 300. То есть на 50%. Даже больше. Потом упала и опять поднялась и торговалась в районе там 295. 213. Давайте еще прокрутим. Вот. То есть у нас низ был 14 января. И потом это март, 14 марта. То есть мы росли до 14 марта. Несколько месяцев. Потом снижались до 3 июля. Июня. И потом с 3 июня опять выросли до 13 июля. И мы выросли с 224 по 312. То есть где-то тоже 50%, да? 224 плюс 50% 336. Ну, даже меньше, на 40%.
Дальше 15 июля до 26 августа мы снижались с 318 по 198. И здесь вот у нас пропампили с 17-20 сентября по 3 ноября. Как вы думаете, куда пошла цена? Цена пошла вниз. 498, 295. Практически на 70%. 70%. 140. Ну, даже на 50, наверное. 498. Минус. Давай 40. 298. Да, на 40% просела цена. И потом выросла практически на 35%. Потом опять упала. Падение. 4 ноября, 12 ноября. То есть небольшой промежуток времени. С 11 ноября по 19 декабря цена выросла. И потом спустилась. Ну, то есть проторговка тут была. И спустилась 16 января. До 360 с 457. Далее мы видим уже небольшой, даже вот эти не то что нерешительность, а тут какие-то были вещи такие, продажи сильные, но при этом выкупали хорошо. Дальше мы начали расти. 436, 610. Это у нас 8 июня 16 года, а это у нас 21 мая 16 года. Май, июнь, то есть практически месяц мы выросли с 435 по 610. Это где-то, наверное, 20%, да? Даже больше. 435 плюс 50%. Вот, почти 50%, да, наверное, 45%. Зафиксировали, даже выросли еще выше, 760, это больше 50%. И опять просели, выкупили, еще раз просели. То же самое практически получается, то, что и у нас. И потом уже идет через какое-то время опять рост. То есть мы здесь просели 2 августа, у нас сегодня 29 апреля, да. Мы где-то вот здесь, да, а вот апрель, вот фаза так называемого роста, а в июне фаза падения, июнь, июль. Давайте тут еще проверим, посмотрим. Вот у нас август, май, и, ага, вот, апрель, мы тут, непонятно, что в 2015 году, потом июнь, и июль опять, 14 июля, мы падаем. 14 июля падаем. Тут 17 июня падаем. Но все равно июнь почему-то у нас падение. Это 14 января. То есть мы выросли. И опять упали с 1130 упали до 756 в 1,4 раза. Потом выросли 10 января, 10 марта. Упали 25 марта. Марта начался рост. 12 июня 17 года началась коррекция. И уже 2700, вы что понимали. Потом, это все вот с 28 марта, считайте, что это все рост. 28 марта, небольшая коррекция. 11 ноября, 6500. Потом коррекция. 19 тысяч, вы все помните этот момент, когда цена достигла 19%, 19 тысяч и упала до... до 6000. Это в 3 раза упала цена.
Так, сейчас 11, 19 618 минус 60, допустим, процентов. Это на почти 60% просело, даже больше, 65. И потом цена начала восстанавливаться, но все равно падать. То есть мы росли с марта. Вот у нас апрель мы росли. В июне опять какое-то небольшое падение. Июль у нас идет рост. С сентября, посередину сентября падение. И опять рост. Это 17 декабря. 17 декабря падение, то 6 февраля падение, потом рост до 5 февраля и марта, то есть 18 года, и падение до 11 апреля 18 года. Потом май, 5 мая, рост и опять падение до 30 мая. Так, 30 мая у нас все равно продолжается падение, и уже 13 июля у нас идет рост до 26 июля. И с 12 августа 2018 года мы опять упавши, начинаем восстанавливаться. Здесь вы понимаете, по-моему, была какая-то ерунда. Не помню какая, но не коронавирус. Может и коронавирус. Уже 18, 19, 20. Так, цена просела у нас 15 декабря. Тут все боялись покупать, то есть, будучи 18 декабря 2017 года на пике своего, своей цены 19 тысяч, мы падали на протяжении целого года. И 12 ноября еще нас добили полностью и до 15 декабря. Потом начало какое-то восстановление. Не у всех было, понятно, доверие, но потом, как только вы видите, уже начали пампить цену. Сладкая цена 300. Сейчас все о ней мечтают. И цена вот 13 декабря 2018 года, 1 апреля рост, 15 мая рост, июнь, опять июнь у нас. Вот, кстати, заметьте, июнь, июль. У нас какое-то незначительное здесь падение, но есть падение. Вот. И вот 27 июня идет, что вы думаете? Ну да, падение. Июнь, июль, такие горки. Чтобы вы понимали, горки 13640 и 7. Ну, думаю, 50%, да? Минус 50%. Да, минус 50%. 27 июня, 28 октября. Дальше. Цена опять снизилась до 6000. Поэтому, как вы видите, держа цену, постоянно дрожа на ней, да, вы можете инвестировать в нее, но вы должны видеть разворот рынка. Дальше выросла цена. Это у нас 13 февраля. Вот 15 февраля падение, 13 марта 3800. Вот этот коронавирус, по-моему. И все повторяется. Тоже такая цена была, если помните. И буквально за это апрель, май, полтора месяца цена выкупилась опять до 9000. И потом, вы, как вы знаете, потом начинается бешеный рост, проторговка и просто взрыв. 24 сентября, начало роста и рост в 200%. Да, если мы 10 тысяч плюс 200%, это 30 тысяч. 200% с 6 сентября по 1 января. Дальше идет продолжение роста до 40 тысяч. Вот здесь вот много шортистов погорело. Потому что такой рост никогда никто не видел. И догнать цену никому не удалось. Все покормили лонгистов. И они стали миллионерами. Большинство людей. Вот у нас 26 апреля.
Вот мы здесь находимся. Вот она. Цена 28 апреля 2001 года. Вот проторговка у нас идет по дням. И